Доброе утро. Отвела Полинку. Кэтс-клаб. Боже, какой ветер холодный. У нас минус 11. И прям такой северный. Очень холодный ветер. Короче, мерзнут мозги. Прям сильно замерзают. В общем, то, что там было заверюха в Торонто. То, что было в Квебеке. В Калгари. В общем, все это походу к нам идет. Весна будет в апреле. Переносится весна. Я с Полькиным рюкзачком. Чаечек туда положила. Мы не высохли еще. Бутербродик сложила. Бегу на автобус. Поеду. Попозорюсь там. Что хотела сказать, я забыла. Сережка вчера рано приехала. Наверное, в пятницу как-то не получилось. Мы с ним вместе одним автобусом едем домой за Полинкой. Забираем ее. Вчера нашла какое-то приложение. Соло на клавиатуре бесплатное я не нашла. Он там несколько уроков прошел, и все, ему сказали: чувак, извини, покупай подписку. Как бы все. Нашла какой-то другой тренажер. И клацала там вчера сидела. И Сережка клацала. Ну, поклацала раз, посмотрела вообще, как он работает. И Сережка тренируется. Что там будет? Пока непонятно еще, сколько он будет здесь. Неясно. Вроде каждый раз говорят, что еще чуть-чуть, но они все так же остаются в Селкерке, никуда не едут. Что хотела сказать? Быстро что-то же хотела сказать. Блин, шарок раздался. Классно. Ну и, короче, все. Все новости. Никаких новостей. День за днем. Ждем весну, она все не приходит. Все, рука у меня замерзла, я пошла на остановку. Поеду, потом вам рассказываю, что там да как у меня было. Берегите себя, пока. На ланч идем. Red River College. Чтобы вы понимали. Это вам не хухры-мухры. Это была какая-то фабрика. И ее переделали под колледж. На втором этаже они учатся. А на первом здесь магазины. Тим Хортонс. И Зона. Он собачку хотел привел. И мы идем сюда. Сейчас возьмем кофеечку и пойдем там. Там посидим. Вот так. Ходим сюда на ланч. Я с собой взяла чай, потому что каждый день по 4 бакса платить за кофе жаба жим-жим. Бутерброд с собой взяла. Девчонки сейчас что-то закажут. Вот такой. И вот там вот тоже на втором этаже не учатся. В общем, как-то так. Вот так. Пойду я в очереди постою. Ну, вы представляете? Опять зима. Но завтра уже будет +2. Вообще, в следующей неделе уже должна быть теплая. Я бегу на автобус. Через 5 минут у меня автобус. Поеду. Полинку заберу. Не знаю, Серега, наверное, не успеет. Опоздал немного. Так что поснимаю потом Полинку. Расскажу, что она там так как. Увидимся. Мы сегодня бегом и забрали Польку со школы. Бежали в магазин на автобус. Обратно бежали тоже на автобус. Хай. Бегаем туда сюда. В общем, Полька не захотела сниматься, но сегодня все. Берите себя до новых встреч. Пока-пока.